Всем привет! Сегодня мы поговорим про рейтинг встраиваемых электрических духовок топ-5 моделей духовых шкафов. Это видео снимается специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Первый электрический духовой шкаф «Симфер». Стоимость без скидки составляет 37 398 рублей. Установка здесь независимая, этот духовой шкаф можно установить куда угодно, то есть она отдельно стоящая, то есть ее можно куда-либо встроить. Объем составляет 58 литров, габариты 60 на 56,5 и на 59,5 сантиметров. Здесь есть конвекция, различные режимы, например, нижний нагрев, верхний нагрев, верхний плюс нижний нагрев и конвекция. Переключатели здесь поворотные механические. Из дополнительных функций есть таймер, а также есть подсветка камеры. Далее 240 градусов – это максимальная температура нагрева. Здесь нет, к сожалению, гриля, но, судя по отзывам, покупателям очень нравятся все отзывы с 5 звездами. Мы видим, что она достаточно функциональная и простая в эксплуатации, но, в принципе, и цена не завышена, поэтому рейтинг здесь составляет 5.0. Ну а посмотреть еще все подробные характеристики, отзывы вы можете самостоятельно, найдя ссылочки в описании к этому видео. Следующий электрический духовой шкаф Homesair. Стоимость без скидки составляет 25 990 рублей. Объем составляет 57 литров. Размеры 59,5 на 57,2 и на 59 сантиметров. Здесь уже есть гриль, есть конвекция, очень много различных режимов, которые можно миксовать, то есть есть отдельно нижний нагрев, есть верхний плюс нижний нагрев плюс конвекция, большой гриль и другие режимы. Далее, переключатели здесь поворотные механические, из дополнительных функций есть размораживание и таймер, и также есть эмаль легкой чистки и подсветка камеры. И также большой плюс этого духового шкафа, то что здесь класс энергопотребления А. Далее давайте обратим внимание на отзывы. Мы видим, что данный шкаф очень удобен в использовании, очень нравится в нем готовить, радует количество режимов и общий рейтинг 5.0. Рассмотрим еще одну модель электрического духового шкафа. Полное название мы видим на экране. Стоимость 34 490 рублей. Объем здесь достаточно большой и составляет 69 литров. Габариты 59,5 на 57,5 и на 59,5 сантиметров. Здесь имеется конвекция, плюс есть гриль, несколько режимов работы, переключатели здесь поворотное, тактовое, из дополнительных функций есть размораживание и таймер. Также из особенностей конструкции мы выделяем подсветка камеры, вертел и также есть дисплей, что немаловажно. Класс энергопотребления здесь А, и также вы будете немножко экономить. Максимальная температура составляет 250 градусов. Мы видим, что пользователи отмечают из плюсов это наличие дисплея, много режимов, многофункциональный электрический духовой шкаф. То есть все очень нравится покупателям, ну и недаром рейтинг 5.0. Следующая модель торговой марки Mountfield. Стоимостью 47 720 рублей, объем составляет 76 литров, размеры 59,5 на 55 и на 59,5 сантиметров. Имеется здесь конвекция, есть обязательно гриль, также очень много различных режимов, и нижний нагрев, и верхний нагрев, большой гриль, малый гриль, конвекция, ну и различные миксы
нагревов верхнего и нижнего. Переключатели здесь только поворотные. Из дополнительных функций мы видим размораживание и таймер. Также здесь есть из особенностей эмаль легкой чистки, подсветка камеры, телескопические направляющие и дисплей. Класс энергопотребления здесь А. И, кстати, многие как раз-таки отмечают наличие дисплея. Максимальная температура составляет 250 градусов. Мы видим, что отмечают пользователи цена, внешний вид, лучшее соотношение цены и функционала очень красиво вписывается в интерьер и также общий рейтинг составляет 5.0. И еще одна модель уже торговой марки Electrolux. Стоимость без скидки 63 499 рублей. Это линейка Rococo. Объем составляет 72 литра. Габариты 59,4 на 56,8 и на 59,4 сантиметра. Есть гриль, есть конвекция, различные режимы. Переключатели здесь поворотные, имеется здесь таймер, также подсветка камеры, телескопические направляющие и класс энергопотребления А. Обратите внимание на внешний вид этого духового шкафа, это такой классический вариант. Если вам необходимо вписать в интерьер именно что-то классическое, то эта модель подойдет. Как раз таки пользователи отмечают, что она очень привлекательная, она очень красива. В том числе, конечно же, и функционал очень радует. Равномерно выпекает, очень хорошо готовит на ней, поэтому также общий рейтинг 5.0. Ну что ж, вот мы и рассмотрели 5 электрических духовых шкафов, именно которые можно встраивать. Переходите в описание к этому видео, ищите ссылочки и выбирайте понравившуюся вам модель. Это видео снято специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Всем пока!